Крылья Советов обыграли Красноярский Енисей. Волонтеры обеспечат безопасность на матчах на стадионе «Металлург». Делегация ФИФА посетит Самару в июне. В заключительном матче на групповой стадии Кубка ФНЛ «Крылья Советов» обыграли Красноярский Енисей со счетом 3-0. Все голы были забиты во втором тайме. Первый гол забил с пенальти Эмин Махмудов на 53-й минуте после игры рукой защитника Енисея. На 78-й тот же Махмудов снова поразил ворота красноярцев. И снова с 11 метров. За 3 минуты до окончания основного времени форвард владимирского «Торпедо» Михаил Земсков, находящийся в крыльях на просмотре, забил красноярцам третий мяч и установил окончательный счет в матче. Крылья сохраняют шансы на выход из группы С с первого места, если «Сокол» и «Тюмень» сыграют между собой в ничью. Волонтеры, активистов движения болельщиков и отряды добровольной народной дружины помогут обеспечить порядок во время матчей на стадионе «Металлург». К такому выводу пришли представители мэрии Самары и правоохранительных органов в рамках совместного заседания по профилактике правонарушений, прошедшего в городской администрации. В Самаре только в прошлом году было организовано 200 общественно-политических, спортивных и культурно-массовых мероприятий, при проведении которых поддержку полицейским в обеспечении правопорядка оказывали дружинники. Делегация ФИФА посетит Самару в июне этого года, заявил генеральный секретарь организации Жером Вальке. Последний раз представители ФИФА приезжали в Самару в июне 2012 года. Тогда они осмотрели площадки под будущий стадион к чемпионату мира по футболу 2018 года у речного вокзала и фан-зону на площади Куйбышева. В июне прошлого года базу «Крыльев Советов» посетил представитель ФИФА Даниэль Кох. Он ознакомился с инфраструктурой Самары.